В Сыктывкаре обработают от клещей более 450 тысяч квадратных метров городских территорий. Акарицидная обработка будет проведена в городских парках, скверах, на территориях памятных мест и на общегородских кладбищах, сообщает мэрия. Самыми масштабными по охвату территории станут новое Верхнечевское кладбище и кладбище в поселке Краснозатонский. Среди городских территорий парки имени Кирова, имени Мичурина и Беличий парк. Также будут обработаны городской парк в микрорайоне «Строитель», зеленый массив в районе мемориала памяти павших «Будьте достойны» в лесозаводе, сквер у Стефановской площади, аллея героев около мемориального комплекса «Вечная слава», сквер по улице Красноборской в Верхней Максаковке, Покровский бульвар и другие общественные территории. Всего 32 участка. Кроме того, противоклещевой обработке будут подлежать все озелененные территории дошкольных и общеобразовательных организаций города. Противоклещевая обработка предусмотрена 2 раза за сезон. Первый этап начнется 1 июня, второй – 1 августа, в зависимости от погодных условий.